эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 21 июня 2017 года, среда. По одному из старинных 31 день месяца ветров, 7525 лета шестица. Кто празднует праздники по этому календарю или календидару, тех я поздравляю с Днем мудрости числа Бога. А мы начинаем живой эфир, посвященный теме «Школа родовой мудрости. Ведическая семья». Автор-сказитель Сурияр. Здравия тебе, Сурияр. Здравия, Алексей, здравия всем родовичам. Автор-сказитель, хорошее название, надо подумать, о чем это. Ну, понятно, это название о том, что ты сейчас нам что-то будешь хорошее рассказывать. Я так надеюсь. Итак, «Школа родовой мудрости» — это уже такая программа у нас с тобой образовалась, и подраздел мудрости нашей ведическая семья. Ведическая семья, давай, наверное, разберем, а что же такое за семья, чем она отличается от тех семей, которые сейчас представлены? Сразу можно, наверное, разновидности семей представить. Семья, которая в ЗАГСе зарегистрирована, семья, которая где-нибудь в церкви освящена каким-нибудь там венчанием, семья каких-нибудь двух нетрадиционных пока еще в гой Европе, в гей, нет, в гей Европе каких-нибудь там музыкантов с какими-нибудь артистами. Вот. Что же такое ведическая семья? В чем ее отличие? Что это такое за параметр ведическая? Хорошо, сейчас буквально все-таки пусть меня простит Алексей и все родовичи, но я не могу сегодня не порадоваться и не поздравить всех родовичей, которые смотрят хотя бы несколько раз в год на небеса и видят там солнце. Сегодня у нас день летнего солнцестояния, день летнего солнцеворота. Вот, сегодня в ночь уже это произошло. Владивостокские мне еще вчера под вечер позвонили, они раньше это встретили. И мы сегодня собрались на Купальской поляне под Серпуховым, под Москвой. И, собственно говоря, строим и капище, и строим городок свой потихоньку, и готовимся к выходным, когда приедет множество наших родовичей, как в прошлом, так и позапрошлые годы, и мы сообща сделаем большой-большой праздник, и эти великдни проведем вместе. Прославим наших предков, прославим богов родных и вознесем наше чистое, светлое слово в небеса. Всех поздравляю, родовичей, со светлым праздником. Ура! Не знаю, за что ты просил у меня прощения, как бы так ну, сказать. Ну что, ты просто задал вопрос, а я как... А, в этом смысле? Да. Давай, ладно, тогда если мы чуть-чуть от темы отошли, и все-таки праздников у нас много по одному, это, как я уже озвучил, числа Бога, ты озвучил другой. Про числа Бога мы в этой передаче говорить не будем. Я думаю, все прекрасно, кто интересуется традициями, понимают, что чем управитель чисел отличается от управителя цифер, да, у нас числа Бог, а у них циферблат, у них все по блату. У них все по блату, а у нас все-таки по числам. Вот. У них просто блат, а у нас Бог. Ну так ладно. Поэтому я думаю, сейчас эта тема интересная, но не для этой передачи, хотя всех поздравляю однозначно. Давай все-таки тогда немножечко раскроем, чем ты там занимаешься, да, и что, как этот праздник планируется, где конкретно он будет проходить. Хотя мы уже писали об этом, у нас в чатах неоднократно информация такая была. Но все-таки, раз уж ты как один из устроителей здесь присутствуешь, что будет добро отчитаться, что сделано, где сделано, как сделано, когда ты кого ждешь? Ну, ждем мы буквально из сегодняшнего дня, из завтрашнего, и как показывает практика, все в основном близлежащие живущие и далее живущие, ну, просто сегодня вот видел людей из Пскова, из Екатеринбурга, из Казани, еще человек подтянулся с Челябинска. Ну вот, в общем-то, со всей страны народ съезжается. Все-таки Купала у нас интересная, большая, поэтому
народ едет и веселится. Ну и праздник, как бы, нам, как ты знаешь, пришлось с того места, где мы в прошлом году отмечали, переместиться. Ну, и заново строим, соответственно, большое капище. Сейчас резчики делают чуров, хорошие чуры проявляются, и будет хорошее, доброе капище, и мы его поставим. И в день урочный зажгем большой огонь и прославим небеса, прославим землю нашу, прославим родов наших, прославим предков родовых наших и предков светлых богов родных. И будет радость великая на земле нашей, и соединится наша земля в едином празднестве от Владивостока до Калининграда. Так и было, так и есть, так и будет. Вот примерно так. Поэтому народ приезжает, если, я говорю, кто-то думает, кто-то решается, это недалеко от Серпухова. Всю информацию можно найти в интернете. Там группа ВКонтакте «Кола Яра» или «Велесов круг». Мы как соустроители этого праздника, и, соответственно, информация есть на наших сайтах и на их сайтах, и в группах ВКонтакте. Все очень четко, там с картами, со всеми делами. Если надумаете, если как бы хотите присоединиться к единому празднеству Велигни, всех приглашаю, тех родовичей, которые во единстве хотят славить наших богов, ну и славить нашу жизнь, добрую и хорошую на земле нашей. Так и было, так и есть, так и будет. Алексей? Алло. Алло, я тебя слышу хорошо, просто... Да-да-да. Mm-hmm. Сижу, слушаю твое выступление. Но ты уже улетел с добрым словом в небеса, я так понял. Я уже там, да, где-то наверху, сверху за вами всеми наблюдаю. Хорошо, да будет так. Я рад тому, что в очередной раз собираются светлые люди на светлом празднике. В прошлом лете я посещал его, с тобой там встречался, и с другими устроителями встречался. Было достаточно все интересно. Вот. Ну, были какие-то, может быть, недочеты, это, как говорит, на любителя, да, но не ошибается тот, кто ничего не делает, как правило, да, все-таки люди делают выводы какие-то, что-то там поправляют. Я думаю, что побывать на хорошем празднике с хорошими людьми, тем более на славянском празднике, это хорошее дело, и если кто может, пожалуйста, приезжайте. Напоминаю, что Купала 2017, вот по таким ключевым словам я искал в ВКонтакте группу и нашел ее очень легко. Там прям все координаты указаны, где, чего, зачем и как. Ну что ж, переходим теперь уже к нашей ведической семье. Итак, мы с тобой, ну как, я обозначил те семьи, которые есть. Может быть, там у тебя еще какое-то есть, какие-то варианты еще на примете тех самых современных семей. Ну, не знаю, стоит их перечислять или нет, всем они известны. А меня все-таки интересует больше вопрос ведическая семья. Что же это такое за ведическая, чем она отличается от всех остальных? Хорошо, благодарствую тебе за вопрос, как бы позволяет немного более четко попытаться собрать мысли, что я и не премену сделать, соответственно. Задача наша попытаться рассмотреть, да, семья как таково, это сообщество людей, не определено конкретно, собственно говоря, во множестве источников, нисколько людей должно быть, чтобы было семьей, не как бы еще какие-то вещи. Ну, в нашем классическом понимании, то, что свойственно русам, то, что свойственно славянам, семья у нас начинается, как правило, с мужчины и женщины, и продолжается потом детьми, внуками и правнуками, возможно, и так. Вот. И это классическое понимание, ну, классическое в хорошем смысле для нас. То, что последнее время, ну, там, последние, может быть, чуть больше 100 лет, а может быть, чуть меньше, потому что до 17-го года все-таки многие люди, русы, русские, славяне, все-таки они свои, скажем, таинство соединения семьи осуществляли через церковь, потому что на тот момент это церковь христианскую, я имею в виду, потому что на тот момент все-таки было доминирование, и это мировоззрение все-таки даже в самом обществе было достаточно сильным. Единственное, что, наверное, многие
наши родовичи, кто интересуется в той или иной степени нашей культуры, наверное, не раз сталкивались с тем, что разбирается, каким образом происходит обряд в христианской церкви и какие качества там пытается исполняющий вот этот ритуал, как бы священник или как он, служитель, назовем его, то он как бы обращается совершенно естественно не к предкам этой пары, а обращается к предкам еврейского народа, чтобы они там своими качествами на ту или иную пару, которую можно назвать брачующимися в данном случае, снизошли, будь там плодно, как Сара, как говорится, и будь там что-то еще. Но Сара, как мы помним, была практически бесплодна чуть ли не до 100 лет. Поэтому данные увещевания, наверное, не совсем к нам относятся. Поэтому мы выскочим из этого повествования и вернемся к нашему вопросу, что такое ведическая семья. Потому что есть определенные понятия. Ведическая семья, там русская семья, или там славянская семья. Просто ведическая семья, она уже изначально подразумевает, как тут не является тайной за семи печатями, что ведическая та, которая придерживается ведического миропонимания и мировоззрения. А ведическое миропонимание и ведическое мировоззрение у нас проистекает из тех вед, которые нам передают наши предки, из тех вед, которые передают наши боги. И, соответственно, там есть достаточно четкое и полное мироописание того, кто из нас есть здесь мужеского пола, женского пола, и кто здесь и зачем находится. И потому, собственно говоря, ведическая семья, наверное, отличается от множества других или даже в других традициях, скажем так, семейных соединений или союзов, тем, что она во многом понимает смысл соединения, не то что во многом, наверное, достаточно четко, я, если более правильно сказать, понимает смысл соединения мужчины и женщины и их совместная деятельность в семейном союзе, в ведической семье, потому что ведическая семья подразумевает, что мужчина и женщина находятся в едином миропонимании, и это обязательное условие, то, чтобы семья могла называться ведической в этом ключе. Почему? Потому что, в принципе, издревле известно и передано волхвами, и, собственно говоря, множество мудрых людей говорит, что муж и жена должны быть единой веры. То бишь, путь их духовного движения, духовного восхождения, взаимодействия с богами, взаимодействия с силами окружающего мира – должно у них строиться по единой схеме. Тогда они могут договариваться друг с другом, тогда они могут строить планы на будущее и эти планы притворять в жизнь. Вот в этом плане мы, в этом ключе, наверное, мы можем назвать такую семью ведической. Просто еще тут, ну, как бы некоторые, ну, не отклонения, а, скажем, немного разные взгляды, потому что есть индийская ведическая традиция, как мы в каждом, собственно говоря, нашем эфире в той или иной степени обращаемся. Просто я сегодня хотел освежить немножко вот эти термины, которые используются в индийской ведической литературе и традиции, но в связи с тем, что все-таки подготовка капище и всего прочего очень плотное, и, собственно говоря, только так по той памяти, что смогу восстановить, но как бы тут потери смысла не будет, но, как правило, люди иногда любят какие-нибудь красиво звучащие слова, их, может быть, сегодня будет меньше, но в этом ключе. Поэтому в нашем уровне, да, то, о чем мы сегодня расскажем, ведическая семья, это значит набор определенных правил, которые
изначально мужчина и женщина, вступающие в семейный союз, на себя принимают. Вот об этих, наверное, правилах мы в той или иной степени поговорим и посмотрим в том ключе, каким образом варновые составляющие влияют на строительство семьи, как это проецируется в индийской традиции, которая унаследовала в себя все-таки часть традиции, приняла в себя часть традиций южных народов, где женщина, как правило, имеет в обществе менее значимое состояние, нежели у нас, как бы исконно было, как у русов, у ариев и, скажем, в той или иной степени у славян. Но как бы так как славянские племена достаточно многочисленные, есть южные, есть западные, есть восточные славяне, мы скорее, так сказать, как русы относимся к северославянской, северо-восточной ветви, но это не мешает нам как раз сохранять самое древнее наше понимание. И нам важно, во-первых, вот рассмотреть вот эти элементы той семьи, которая была у нас, скажем так, ее традиционная семья, которая была там в, через как бы становление христианства, семья, которая была построена в советское время, и как бы посмотреть сейчас, потому что ко мне достаточно часто обращаются молодые люди, там и девушки, и юноши, и с вопросом, каким образом примерно выбирать себе суженого, суженую, для того, чтобы их семья не развалилась в самом скором времени. И эти вопросы мы в той или иной степени тоже попробуем коснуться. Алексей, сейчас какой мы, по твоему мнению, лучше сначала блок попытаться разобрать? То, что вот я сейчас описал, я надеюсь, ты меня слышишь. Я тебя слышу, просто все такое интересное, и все достаточно, наверное, будет уместно. А вот последовательность какая? Ты знаешь, наверное, всегда надо начинать с самого начала. А как вообще подбирать себе суженого ряженого, как выбирать себе супругу, как, по каким параметрам? Может быть, с этого как-то начать, чтобы потом уже перейти к построению семьи и дальше уже как семья вообще существует. Для чего вообще семья образуется? Потому что многие-то думают, что семья – это какой-то некий договор между мужчиной и женщиной. Так что здесь много вопросов, и с любой стороны можно заходить, не промахнешься, то, что называется. Но уж если там ты озвучил какие-то там как-то в других религиозных течениях, в различных религиозных течениях, то вот то, что ты говорил, там есть упоминание в различных библейских писаниях, когда священник что-то произносит. Но вот он говорит, например, жениху: «Возвеличься, жених, якоже Авраам, благословися, якоже Исаак, будь плодовита, как Сара, радуйся, как Ревека», насколько Ревека, я помню. Я там дословно не помню. В общем, там много, но если мы вспомним, что Сара, в общем-то, одного только ребенка в 90 лет родила, ну а потом уже служанка там рожала. Вот, примерно та же ситуация с другими. Вот, Сфира, вообще-то, насколько я помню, она... Ну, в общем, кто-то второго ребенка рожал, кто-то там помер. Там целая история, это надо все понимать, просто читать внимательней. И они там были двоюродными дядями, там, сестрами, братьями друг с другом, и что там такое. То есть, на что там идет намек, кто там, кого, с кем, куда возвеличиваться, к чему радоваться, там родился мохнатый ребенок, к этому, что ли, радоваться? Я вот что-то это не понимаю. Может быть, я в богословии в библейском ничего не понимаю. Простите, пожалуйста. Ну, вот уж признайся, что не понимаю. Да, может быть, кто-то что-то разъяснит там. Но ты просто упомянул, я как-то-то вот всплыло все это дело. Но давай вернемся все-таки к ведическим нашим. Да, хорошо, да. Давай мы как, немножко выскочим. Да, как, все-таки, этих... как все-таки жениху и невесте друг друга искать? Ну, первый вопрос. По каким признакам понять, что вот этот вот мужчина, он достоин быть мужем, быть супругом, а вот эта вот девушка достойна быть твоей женой, достойна быть супругой? Какие параметры вообще должны отличать
какие качества должны отличать вот этих вот суженных, ряженых, так сказать? Ну, пока еще не ряженых. Хорошо, давай все-таки мы... Ты тоже, у тебя в вопросах прозвучало. Я думаю, это не то, что вполне достойно, это вот обязательно вопрос надо рассмотреть, потому что недавно мне такую фразу забавную произнесли, что нынешняя семья – это способ условно-комфортного сосуществования мужчины и женщины. Ну, условно, это возможность совокупления, экономии на съеме или ипотеке квартиры и как бы определенное несение совместных трат. То бишь ни о чем больше как бы особо, говорит, и не надо распространяться. Я говорю, очень интересная позиция. Ну, вот она озвучена, по крайней мере, была до меня донесена. То есть, что, как мы рассматриваем в нашем ключе, что есть семья, и, собственно говоря, первый уровень, для чего семья заводится как таковая. Потому что я не раз озвучивал в наших эфирах, да, те три первичные заповеди, которые, собственно говоря, позволяют любому из нас определять свое место в жизни и, собственно говоря, исполняя эти заповеди в той или иной, в большей степени, если не в большой, находиться на стезе праве. И первая из них гласит, на которую мы всегда опираемся и которая нас направляет, почему, я говорю, вот и тема нашей беседы достаточно четко тогда начинает раскрываться. Первая заповедь гласит: храни и умножай род свой. Вот. И это подразумевает, что род твой был жив, что род твой был многочисленный, что род твой был в достатке, и чтобы в вечности продолжил свой путь. Вот, собственно говоря, о чем гласит нам сия заповедь. Соответственно, когда мы возвращаем человека к традиции, когда мы возвращаем человека к пониманию, я говорю, вот, если вы способны понять эту заповедь, а она раскрывается, не знаю, на тысячи всевозможных направлений, значит, вы, в принципе, окажетесь в правильном состоянии по отношению к своему роду, к самому себе и к самой жизни. А сама жизнь в данном случае – это то, что нам дано богами, как сила проявления в этом мире и возможность постижения этого мира и возможность продолжить свой индивидуальный и родовой путь, личный свой путь и родовой вечности. Не в сокращении там одной жизни, не в сокращении даже нескольких жизней, а так как мы говорим, мы есть то начало, которое в нас божественное, а божественное начало в нас, оно имеет возможность, право и необходимость продолжиться в вечности. И, соответственно, семья как таковая, она должна способствовать как раз исполнению этой первой заповеди. Храни и умножай род свой. Храни – это значит позволяй своему роду продолжаться в вечности. А самый первый способ, который мы понимаем и который нам доступен, и который нам дан по как бы принципу нашего мироустройства, что жизнь продолжается от встречи и соединения мужчины и женщины. Таким образом продолжается род человеческий, и таким образом продолжается род каждого из нас. Передачей вот этой живы, которая соединяется через мужчину и женщину, и через это возникают дети. И как бы возвращаясь к этому, мы совершенно четко понимаем, что ведическая семья – это та семья, которая очень четко понимает вот эту заповедь: храни и умножай свой род. Это значит первая задача для мужчины и женщины найти друг друга, правильно выбрать соответствие определенное между мужчины и женщины должно происходить. Мы там проговорим в той или иной степени о тех признаках, которым желательно брачующимся или ищущим своих суженных мужчинам и женщинам, девушкам и юношам, каким образом продолжаться. Но первая задача,
их, которая у них в голове должна быть, что они должны продолжить в вечности путь своего рода. Чтобы это случилось, значит, они должны принести добродетельное потомство. А чтобы они принесли добродетельное потомство, значит, они должны соединиться не только на плотском уровне, то бишь сделать соити, но и должны сделать свити своих душ для того, чтобы дух единый смог проявиться в них, и тогда у них будет возможность призвать в это, в свою семью, в свой род вышних предков. Вышних предков, те, которые позволят роду раскрыть в большей степени свой дух, правильно следовать стезей праве для того, чтобы потомки добродетельные, набирая качеств все больше и больше божественных, все-таки пребывали не только в яви, но и в большей степени в славе, дабы строить наш мир по праве. Вот эта задача, та, которая, как бы, с одной стороны, простая, так как не помню, один забавный юморист выразился по поводу появления детей, как бы, дурное дело не хитрое. Да, дурное дело не хитрое, там, самца с самкой спарить. Но чтобы из этого получилось не непонятно какая-то зверушка, а хотя бы человек, для этого уже надо приложить достаточно много усилий. Соответственно, вот сама по себе семья определяется не единица, выделенная из человеческого общества, а именно частица родовой силы. Потому что сила, которая нам доступна, великое, ну не волшебство, а великое даже чудо, которое нам доступно, это возможность через соединение мужчины и женщины призвать сюда новую жизнь и тем выполнить первейший завет, заповедь наших вышних предков, светлых богов: продолжайте в вечности жизнь своих родов. Потому что сам смысл жизни в очень большой степени в самой жизни, потому что жизнь есть возможность для любого из нас проявиться в этом мире, пройти свой путь преображения и развития, и поднявшись во славе, стать во славе, по славе, вместе со светлыми предками, с богами родными. И, соответственно, сотворять вместе с ними в Всемире и дальше – это те возможности, которые нам даны тем из нас в большей степени, которые следуют родовому нашему обычаю, нашему русскому, нашему славянскому исконному ходу. Потому что если мы это делаем осознанно, наш путь многократно ускоряется. Если мы делаем это неосознанно, мы можем просто вообще не попасть на стезю праве. Поэтому я говорю, что задача и возможность, да, это знать, для чего собирается семья, для чего она, в ней появляются дети, и что происходит в самом процессе, в самом делании строительства нашей семьи. Сейчас, секунду. Вот. И, соответственно, мы уже не раз рассматривали, проговаривали варновые и кастовые составляющие нашего общества. И, собственно говоря, если обращаться к индийской ведической традиции, то, не знаю, читали, не читали, но есть такие законы ману. Там дословно не скажу, но примерно так, что да, прародитель изначально разделил людей на 4 варны, и каждая варна занялась своим делом в этой жизни. То бишь одни более приспособлены для доброго труда на земле и ремеслу, одни более приспособлены к ремесленной работе или там первичному какому-то обучению, изучению каких-то вещей. Одни более приспособлены к
воинской стезе и как бы набору воинских искусств и обладают яростью для того, чтобы продвигать свою в мире свою правду и защищать эту правду порой ценой жизни. И есть те, которые постигают законы всемирия, и, собственно говоря, они своими трудами большими позволяют проявиться в Веде писаной. Да? То, что мы неоднократно разбирали, что есть Веды писанные, есть Веды неписанные. Я просто коротенько сейчас повторяю. И, соответственно, вот эти варны, как мы говорим, варна тружеников, варна весей, варна витязей и варна ведающих. Вот, четыре позиции. Соответственно, у каждой из этих варн есть свои, скажем, употребим такое забавное слово, антропологические определения. То бишь, более, скажем, тело более приспособленное к тем или иным занятиям, собственно говоря. Поэтому, когда даже в тех же законах мана, вот если разбирать, там говорит, как вам выбирать надо жену. Вот если вы варны такой-то, то, ну, условно, если вы труженик, то можете взять жену себе из варны тружеников или из варны весей. То бишь разница в варне не должна превышать одну составляющую. Я не говорю ступень, потому что это не восхождение и не нисхождение, потому что варна – это ваша данность и ваше благо, как минимум на это воплощение, а может быть еще на несколько. Если вы там презираете или отказываетесь от своей варновой составляющей, то, собственно говоря, проблемы в этой жизни вас вряд ли минут, поэтому или минут, вот так вот более правильно. Поэтому надо стараться определить свою варновую составляющую и как бы понять варновую составляющую своего потенциального избранника для того, чтобы не оказаться в сложной ситуации. Потому что если вы как бы по своему внутреннему строю, допустим, труженик, а волей каких-то событий, не вполне осознанных, там, в вашем как-то жизненном спутнике вдруг окажется женщина кшатрийского, витязевого рода, то в конце концов у вас будет не жизнь, а одна сплошная битва, и как бы вы не сможете быть в достаточной степени авторитетным или авторитетом для своей жены. И, соответственно, лада и общего блага в такой семье достичь достаточно сложно. Ну вот. Это то правило, которое, собственно говоря, нам доступно. Просто тут все равно мы немножко упираемся в ту тему, что для того, чтобы различать свои варновые составляющие, надо все-таки немножко изучать веды, а желательно, ну и как для всех, наверное, было бы великим благом все-таки, помимо изучения вед, все-таки общаться с людьми сведущими, ведающими, которые в той или иной степени смогут позволить вам сформировать свое миропонимание, а через это позволят вам обрести свой духовный путь. И, собственно говоря, семья в этом плане, она ничуть не менее важная практика нашей жизни, чем все остальные. А на самом деле одна из наиболее важных, а во многих случаях даже наиболее важная. Поэтому я сделаю небольшое отступление, те семьи, которые сейчас в основном выстраиваются, к сожалению, они все выстраиваются на полнейшем невежестве по отношению друг к другу. Поэтому, как и, собственно говоря, тема у нас в школе родовой мудрости по семье, по воспитанию, по строительству семьи, она была заявлена давно еще, собственно говоря, осенью прошлого года. Но вот пришло время, мы сейчас к ней вернулись и, собственно говоря, из эфира в эфир ее будем разворачивать.
И, собственно говоря, на сегодняшний день статистика, она хоть и лукавая, но в то же время достаточно четко нам говорит, что есть на 100 свадеб 80 разводов. Соответственно, мужчина и женщина, девушка и юноша, сходясь для создания классической семьи, имеют как минимум 3/4, а по сути 4/5 составляющих из того, что их семейная жизнь не продлится долго, они, скорее всего, получат чаще всего негативный опыт от этого взаимодействия. И, собственно говоря, то, что мы сейчас и наблюдаем и со всех сторон, и с мужской, и женской, там бесчисленное количество обвинений, направленных от женщин, от девушек к мужчинам и от мужчин и юношей к девушкам, что нет ни хороших мужчин, нет ни честных, там, правильных жен. И, собственно говоря, кто здесь прав, естественно, неправы и те, и другие. Почему? Потому что только виной неумение построения правильных отношений, правильной семьи в основе имеющей ведическое знание и родовой уклад, оно у нас ведет именно к тому, что я говорю, на 100 свадеб у нас получается 80 разводов. Алексей? Ты абсолютно прав. Разводы у нас, к сожалению, в большом количестве. И все, мне кажется, из-за того, что люди просто не понимают сути и смысла семьи. Что такое семейный союз? Для чего он нужен? И вот сейчас ты в первых своих фразах точно обозначил, что в первую очередь это продолжение рода. Но тогда, я думаю, что многим испорченным современной цивилизацией людям после твоих слов придут некие образы такие. Ну, это типа мы что, тут свиноматки, что ли, должны тут превращаться в хрюшек, которые только и конвейер по рождению? Вот, и больше ничего мы не можем, то есть мы не можем ни обучаться, мы не можем ни развиваться, ни что-то там еще делать, ни заниматься своей личной жизнью, а что, мы только должны рожать и опять в койку, чтобы нас оболотворял мужик и опять и так далее. А мужчина будет думать, ну вот, правильно, сейчас на меня всех детей повесили, и я тут буду целыми днями работать, с друзьями пивка не выпить, на футбол, на хоккей не сходить, и никуда там, я же с ума сойду. Вот, я так думаю, у большинства современных людей, далеких от нашей древней культуры, вот такие мысли могут после твоих слов возникнуть в голове. Ну, и с одной стороны, эти мысли имеют право на существование. То, что мы вот тоже в начале беседы я сказал, что нынешнее партнерство, назовем его так, между мужчиной и женщиной, заключается просто в комфортном взаимосуществовании. Я поправочку внесу. Не только сейчас между мужчиной и женщиной, а вообще партнерство. Да-да-да. Сейчас уже допускается. Я слово «партнерство» не зря употребил, поэтому да. Там, как сегодня, два забавных лысых там темной расы мужчины имеют девочку, белую дочку, да? Я говорю, вот это забавная тема, как они там живут и как они размножаются. Ты на какие-то интимные темы переходишь, когда ты употребляешь слово «имеет», у нас современная молодежь может... Хорошо. Ну, я, ну, условно говоря, у них семья, которая состоит из двух условно лысых, темнокожих мужчин и одной маленькой белой девочки. Вот и светлой дочки, якобы, да? Да. Откуда взялась? Откуда взялась, никто не знает, да. Жуткие вещи рассказывайте, однако. Жуткие вещи. Нет, это жуткий интернет переполнен подобными вещами. Где вы такую дрянь находите? Ну ладно, идем вот дальше. Ну и так, современный человек, возвращаясь к вопросу, современный человек может себе представить, молодой особенно, извращенной цивилизации, развращенной цивилизации, отравленной цивилизации, может твои слова воспринять как превращение, как призыв к превращению себя в конвейер по рождению кого-то или в конвейер для прокормления кого-то. Вот так вот скажу. Ну, да. Ну, я говорю, как я и говорил, что да, с одной стороны, мы можем рассматривать это
зона выхода, как это, как любят говорить психологи, вышли из зоны комфорта. Тут им было все хорошо, а тут вдруг появился ребенок, и все стало совсем не тем. Ну, просто тут мы опять возвращаемся к ведическому миропониманию, которое формирует наше мировоззрение. Оно нам говорит достаточно просто. Вот ты в своей жизни есть, с одной стороны, сумма всех встреченных тобой людей, а с другой стороны, ты живешь той жизнью, которой ты достоин. Это в каком ключе? Если ты не в состоянии заботиться о других людях, если ты не в состоянии дарить им свое, как минимум, душевное тепло, как минимум, это для многих это просто уже недосягаемо на сегодняшний день единица, то, собственно говоря, не ожидай, что жизнь к тебе в пределах нынешнего воплощения, в пределах вечности будет относиться так же. Просто есть хорошая притча древняя, браминская, ведическая, индийская, что как бы в древнее время брамины, как высшая каста, высшая варна, они, так сказать, постановили, что они, собственно говоря, размножаться не будут, потому что это отвлекает их от служения Всевышнему и, так сказать, качественных духовных практик. Ну вот один из браминов очень высокого уровня шел как-то по лесу и видит, на деревьях висят люди вниз головами, подвешенные за ноги. И он такой удивился. Говорит, что с вами такое произошло, почему вы таким образом висите? А говорит, понимаешь, у нас, говорит, есть потомок, который не хочет размножаться, который не хочет жениться, который не хочет заводить детей, и нам некуда воплощаться. Он говорит, ну что за гадость, что за глупость? Вам же надо обязательно воплощаться, чтобы вы пришли, чтобы вы могли исполнить вот эту возможность постижения этого мира, открытия для себя его радости во множестве многообразия, там, и через страдания, и через все получить свой величественный душевный и духовный опыт в этой жизни. Скажите мне, говорит, я скажу, скажите мне имя этого вашего потомка, я обязательно до него дойду и объясню, что ему срочно надо жениться и заводить детей, дабы его предки могли здесь проявиться. Но они ему произносят это имя, этому брамину. Это, оказывается, его собственное имя. Вот, собственно говоря, здесь и вопрос, и ответ. Вы же, как сказать, хотите прийти, потому что, как я сказал, что, ну, в одной из предыдущих передач, что множество родов прекратили свою родовую линию вечности, просто они вымерли естественным образом. И, собственно говоря, достаточно большое количество предков остались без своих потомков. И у них очень большая проблема, там очень большие допуски до сего времени были, чтобы им все-таки удалось сюда воплотиться. Для того, чтобы пройти в радость в этой жизни, и, соответственно, здесь была возможность для творчества, для постижения, для развития, ну, для взаимодействия с другими душами, с другими людьми в этом мире, построение семей. Ну, все, что наполняет нашу жизнь. Как мы знаем, что практически нет тех людей, которые хотели бы добровольно расстаться с жизнью. Значит, они ей дорожат, значит, она им нужна. Но почему-то они отказывают вот в погоне за сиюминутными какими-то удовольствиями и комфортом, в этом же удовольствии, в этих же возможностях своим предкам, благодаря которым они здесь появились. И кто бы что ни говорил, там бывают часто, я никогда, говорит, никого не просил, чтобы меня здесь рожали, еще что. Вы просто этого не помните, поэтому признайтесь хотя бы себе в этом. И подумайте, можете ли вы, как сказать, отказать
тысячам поколений бывших прежде вас предков в этой возможности проявиться в этом мире и получить свой опыт бытия здесь и продолжить этот опыт, который был у них. Поэтому как бы зона комфорта с точки зрения ведической традиции, она вообще не рассматривается, потому что это блуд несовершенной, невежественной души. Вот что таковое в нашем случае отрицание родового долженствования. Там говорит, все долги, какие есть, мы прощаем. Это тоже хорошая фраза, но вы прощаете, вам не простят, если как бы за вами останется этот родовой долг. Он все равно останется и никуда не денешься. По количеству детей это, конечно, вопрос и не первоочередной, и не второочередной, потому что даже для как бы первичного сохранения нашей вот нынешней численности или популяции надо минимум 2,5 детей на семью. Конечно, 2,5 не бывает. В нашем случае, я говорю, наш минимум – это 3 ребенка. Но мы тут сталкиваемся с определенной трудностью, в чем она заключается, да? Но, опять же, она не является ни жутким пугалом, ни тем состоянием, которое нам мешает двигаться. Это то, что почему люди часто боятся, что с рождением ребенка уровень как бы экономической обеспеченности у семьи может резко упасть. Если до того, условно, муж и жена работали и зарабатывали, в общем-то, на жизнь, им хватало, после рождения ребенка происходит что там остается, ну вот, по крайней мере, как это происходит в нашей стране, в нашем государстве, социальный статус этой семьи проседает достаточно сильно, потому что если не помогают родственники, если родственники недостаточно обеспечены, у них нет времени, потому что бабушки с дедушками то ли работают, то ли заняты, им тоже не часто бывает не до внуков. И не потому, что даже, может быть, они плохи, просто потому что им точно так же надо каким-то образом выживать, себя поддерживать. Ведическая традиция сама по себе, она подразумевает, что первоочередная задача людей – это дети. Для того, чтобы, как я говорю, исполнилась первейшая заповедь и первейший принцип продолжения жизни. Для того, чтобы жизнь могла сама через себя, проявляясь, развиваться и переходить в новые качества. И тут вопрос, почему на сегодняшний день это сложно, хотя если мы сделаем небольшой как бы исторический экскурс, там вот не далее, как мы проезжали тут старую суконную фабрику, и на начало 20 века там трудилось какое-то достаточно большое количество людей, но принцип был простой. Жены практически на тот момент 5 детей в семье. Это была редкая семья, как правило, детей было 7-10, а бывало и больше. Женщина в такой семье, конечно же, не работала. И то, что зарабатывал мужчина на вот этой фабрике, этого хватало. Включая того, что тот купец, который был, а так как русское купечество все-таки славилось своим правильным отношением к людям, почему вот нынешние купцы, конечно, так называем, нет, не купцы, извиняюсь, бизнесмены, правильное слово? Барыги, по-русски барыга. Ух, как ты суров, как ты суров. Нет, давай все-таки интеллигентно назовем их бизнесмены. Тогда не призывай меня давать какие-то пояснения. Я говорю барыга. Вот. Когда человек, кроме своей корысти, не видит ничего, он уже собирает множество проклятий на свою голову. Это я могу сказать. Это вот и есть барыга, который не видит ничего. Ты вот подтверждаешь мое слово, это барыга. Ну, слово, да, есть такое слово. Назовем его не литературным словом. Мужик дело, бизнесмен по-русски. Мужик дело. Бизнес, дело, мужик. А это барыга просто. Вот и все. Пускай будет как есть.
Обижается. Вот. Поэтому нам, чтобы, да, в определенной степени вернуться, да, в более ведическое состояние, назовем его так, все-таки надо понимать, что экономика в этом ключе для того, чтобы любая семья могла реализовать одно из первейших своих предназначений, продолжение, во-первых, себя, во-вторых, своего рода, через своих детей, соответственно, чтобы было время их правильно кормить, чтобы было время наполнять их своим светом, своей любовью, правильно воспитывать и как бы вырастить из них не просто достойных людей, но потенциально великих духов. То, вот, что перед нами стоит, какова задача на сегодняшний день, особенно остро, потому что мы все, даже в своих варновых составляющих, просели до самых ну, вот, нижних пределов, и нам надо заново все эти вещи выстроить. Поэтому вот, ну и то, к чему, собственно говоря, и в предыдущих во множестве эфирах я не раз повторял, что качественное выживание, а тем паче жизнь, возможно только в сообществе. В нашем случае это род. А род, опять же, не насчитывается одной семьей, даже она состоит, если из трех или четырех поколений, она насчитывается, род насчитывает все-таки большее количество людей, которые могут составлять полноценную экономическую единицу даже в современных условиях. Тогда выращивание детей не будет ни каторгой, ни суперобременением, потому что, условно, даже пять семей, как я говорил, объединившись вот, в родовую позицию, они уже могут спокойно держать, условно, вот этот свой внутренний детский сад, когда никто не будет зашиваться, и, собственно говоря, экономическое проседание для таких семей практически будет невозможно, потому что они все будут работать, с одной стороны, на своих детей, а с другой стороны, на свой род. И поэтому эффективность... ну, мы как-то не помню. С одной стороны, в одном из эфиров в пределах школы родовой мудрости разбирали вот эту схему, что род, который смог между собой договориться, выработать правила взаимодействия, он становится значительно экономически более эффективным, нежели один человек, нежели семья из двух человек и нежели множество других объединили. Если они договорились и решили, каким образом им сообща разделять, ну, даже не тяготы, а жизненный путь. Вот. И, собственно говоря, здесь нет отговорки, на которую, наверное, многие могут сейчас кивнуть. Но вот, типа, когда построите ведическую цивилизацию, вот тогда мы и начнем размножаться. Нет, ребята, это не отговорка. Потому что, как бы, если вы хотите пройти легкими путями, да, можно их искать. Ну, имеется в виду, что дети только тогда, когда есть не просто достаток, а избыток денег, когда больше заняться нечем и все прочее. Нет, в первую очередь, как я сказал, это родовой долг или родовое долженствование. Это то, к чему мы стремимся и понимаем. Поэтому задача, да, с одной стороны, к детям относиться не так, потому что как-то не так давно смотрел интервью одного достаточно уважаемого человека, и как бы что меня поразило, что он сказал, да вот там типа у китайцев там разрешено один ребенок, ну сейчас там сняли, сделали послабление, теперь можно два, ну говорит, вы бы видели, как китайцы любят своих детей. Вот. Фраза такая как бы вроде мимолетная, а она как бы показывает о том, что мы, как бы не мы конкретно, а мы как народ, как нация, можно сказать, недостаточно хороши для своих детей. Сама по себе статистика, она говорит о чем, что домашнее насилие в этом плане в отношении детей у нас зашкаливает.
Я часто сталкиваюсь там на улицах или где-то еще там в общественном транспорте, что характерно, то этим грешат как раз почему-то, как я видел, именно женщины, что они не стесняются совершенно колотить своих детей прилюдно. И когда такой, извиняюсь, матке что-то пытаешься сказать, она совершенно на голубом глазу. Это мой ребенок, я делаю, что хочу. Вот то, с чем мы сталкиваемся достаточно часто. И об этом как раз вопрос, что дети – это не обуза. Не рассматривайте это изначально как обузу, потому что задача ведической семьи – выполнить первый долг перед родом. Храни и умножай род свой. Такова наша песня, такова наша задача. Поэтому это что как бы о предназначении семьи и о том, каким образом у нас возникают дети и для чего они приходят, и кто такие эти дети. Алексей? Да, да. Я вот тут, знаешь, чем занимаюсь, пока ты рассказываешь, осмысливаю твои слова через... Рисуешь на листочке что-нибудь? Нет, не на листочке. Мы живем в тех век технологий компьютерных. Угу. Вот я сижу, думаю, а вот так вообще сколько чего у нас получается, если считать по поколениям, ну, 21 год. Я взял смену поколений, да, вот там 21 год, мужчина, это уже половозрелый мужчина, считается, что он должен за свою семью уже иметь к этому возрасту. Вот, значит, 21 год в среднем, значит, ребенок у него первый по идее, по всем правилам должен уже образоваться, появиться. Вот, и считаю, сколько вообще в поколениях и через сколько лет у нас бы вот было наших родичей и сколько за нашими спинами стоит. Ну, берем два человека, мужчина, женщина. У них, значит, папа с мамой есть у каждого, это же вот четыре человека, да? Вот, причем я не прибавляю еще дополнительно плюс два, я просто прибавляю, сколько за спиной каждого стоит. Вот, например, у мужчины и женщины стоит четверо, у тех четверых восемь. Естественно, что надо складывать еще 4 плюс 8, 8 плюс 16 и так далее. Но я вот по упрощенке. Вот через 10 поколений там получается 512 человек, это с учетом того, что надо еще сложить, сколько до этого, да, было, 512, это 189 лет. Значит, через 20, если берем 20 вот этих вот колен, то это получается уже 1 048 576. Если 30, там уже за миллиард ушло. Если 40, там уже 550 миллиардов почти и так далее. Вот представляете, да, это если просто брать вот по одному человеку. А теперь прикиньте, если мы берем полноценную семью, я считаю, что все-таки полноценная семья – это не три человека, где три ребенка. Полноценная семья, на мой взгляд, это хотя бы где-то около 9 что-то такое. 9 – это полноценная семья. Вот теперь умножайте это все дело на 9, потом дальше геометрическую прогрессию стройте, и получается там бешеные такие циферки. Так вот, 20 поколений – это 420 лет, 30 поколений – это 630 лет, 40 поколений – там, где уже 550 миллиардов, это уже, а нет, уже это какой-то там миллиарды, там уже, я уже с этих триллионы там получается, это 840 лет. То есть развитие людей, количество увеличения, оно настолько большими цифрами должно оперировать, большими числами должно оперировать, что простому человеку в голову не влезет. Я говорю, это только по самой-самой упрощенной схеме, где нету сложения между собой, не учитывается многодетность семьи и так далее. А теперь вы представьте, что вот прозвучала у тебя фраза, что наши-то предки там, родичи, те, которые наверху находятся, ну, наверху, условно я говорю, там в славе, вправе, они же здесь должны воплощаться, или порожденные там души должны здесь тоже воплощаться, там же ведь тоже есть свое рождение. То есть получается, что мы-то затыкаем развитие светлых цивилизаций, светлого мира, мы затыкаем света развития, если мы только разрушаем институт, опять же, иностранные всякие слова, устройство нашей ведической семьи. Вы представляете, какое преступление мы делаем? Там нас спросят,
Почему ты это не сделал? Почему ты не создал условия для того, чтобы твои дети, внуки здесь себя чувствовали по-человечески, а не продолжали чувствовать себя, как ты, какими-то там безродными, не пойми кем? Исходя из вот той части, которую можно назвать первой части этого выступления, можно, наверное, подвести какие-то краткие итоги. Итак, семья — это не просто узаконенная проституция, где появление ребенка — это проблема, это какая-то там нерешаемая какая-то ситуация, когда кто-то мешает двум людям, якобы любящим друг друга, совокупляться, где они хотят и как они хотят, с применением каких-то там средств секс-шопа, там, купленных где-нибудь еще, я не знаю, там сейчас всяких там мыслей много может в голову приходить современных детей, которые воспитаны цивилизацией, как это все лучше делать. Вот это вот не семья, это узаконенная проституция, где каждый смотрит на своего партнера, как ты сказал, с точки зрения того, а что ты мне дашь. Семья — это продолжение своего рода, семья — это создание здесь, на земле, условий для того, чтобы человек, пришедший сюда, получал все необходимое, чтобы становился азом, чтобы взращивался до уровня Бога. И чтобы, когда туда уходил, сказал, я здесь прошел школу, и мне не стыдно за то, что я здесь сделал. И в случае чего я готов сюда опять прийти для того, чтобы, если я что-то сделал плохо, на себе это все испытать, а если я сделал хорошо, этим насладиться. Понимаете, какая вот какая великая цель в этом вообще, если мы говорим про ведическую семью. Итак, а какие вот давайте теперь вопросики почитаем. Сейчас, вот, во-первых, я сделаю отбивочку небольшую, чтобы нам каким-то образом переключиться на вопросы уже, потому что первую часть, я считаю, мы с тобой хорошо, вернее, ты хорошо сделал, я только сидел, слушал тебя. Итак, отбивка, и после этого у нас будет уже часть по вопросам и ответам, которые в чате Народно-славянского радио появились и на канале Ютуба. Народно-славянское радио. Для пытливых умов. Продолжение слушайте в следующей части.